Всем привет, ребят! Сегодня у нас охрененный трэш-контент. Самая, наверное, топовая вещь, которая была в обнове. Даже круче, чем новый питомец, хоть он и донатный, хоть он и на подземке, там против зданий. Это все реально херня по сравнению с тем, что нам добавили. А добавили нам такую хрень, что, честно говоря, я немножко в шоке. Надо будет опять талантики перекачивать. Но это не оно, это карточка на экспедицию. А самое охрененное, это один из двух талантиков. Вот этот вот талантик щит. Это просто, ребята, огонь. Я выбил, когда ролил таланты, там коробочки открывал, прокачивал героев. Вот троечку выбил, поставил его на Анубиса, ну так потестировал, вроде прикольненько, дает на 10 секунд неуязвимость к эффектам, но это все фигня, и усиляет атаку. Думал, ну ладно, пусть будет. Выбил там еще один, ролил, поставил черепу. Потом думаю, а что если будет, если мы его поставим Минотавру? Судя исходя из того, какие он параметры дает, это будет тот же самый бог войны, будет давать 90% к атаке, только на 10 секунд. И будет давать иммун к стану, самое основное, там стан, страх, еще какая-то хрень. То не важно. Минотавра мы где используем? В основном это подземки, это битва гильдий. Основная проблема была то, что Минотавр просто не добегал, не успевал, его там станили, и он не просто не успевал добежать. На подземках то же самое, если вы прошли там все подземки, знаете, что во многих Минотавр просто тупо не может добежать до цели, просто стоит, мнется, не может ударить. Кулдаун у него 6 секунд. Если мы поставим ему ремочку рунами, как у меня собрано, он получается за этих 10 секунд, которые у нас есть, ударит два раза. То есть фактически с этим талантом он два раза ударит. За этих два раза вы можете его на максималку разогнать. Он имеет иммунитет к разбросу, то есть с него энергию не снимут. Он будет заряжаться все время бить. И реально это просто пиздец. Я вот так вот посмотрел, потестировал его даже в рейдах. Вот есть станящие башни, да? Вот выпускаем его, видите, да, какая вокруг него аура? Она будет 10 секунд. Его башни застанет не могут. Разброс. Энергию никто вот второй раз ударил. Он ударил два раза у нас. Ну, тут нету ускорения у него, то есть получилось фактически в 10 секунд он бьет два раза. На подземках это будет просто жесть. Смотрите, сейчас мы пойдем в подземку. Попозже пойдем в шестую. Вот 4, по-моему. Вот эта подземка проблемная была. Ну, вот так просто ради интереса. Вот раз, сюда тыковку кинули. И ворожая на подхилай. Тыковку слили, не успел. Вот смотрите, он себе там бьет, развлекается. Талантик работает, если герои атакуют, либо он атакует. То есть он срабатывает в любом случае. 10 секунд у вас герой просто неуязвим. Ладно, тут не настолько будет наглядно. Но, кстати, там мы можем протестировать его урон. Давайте еще разок зайдем туда. Посмотрим, как у него будет уменьшаться урон. Так, смотрим первый удар. Ну, 58 где-то тысяч ударил. Кидаем. А, не успели. Ну, пусть будет так. 58. Ну, среднее берем. Сейчас кинем ворожая. Конечно, у нас еще атаку увеличить. Ну, ради интереса просто посмотреть, что будет после 10 секунд. Ай. Как обычно. Короче, это просто жесть. Этот талант подойдет тому же самому Анубису на подземке, на забытую битву, на даже, думаю, на арену. Он тоже подойдет. То есть на локации, где надо быстро с кем-то разобраться,
Просто топчик, это считайте бог войны, плюс иммуны ко всему, там, кроме Аресика, но Аресик это не проблема на сегодня. Так. Даже по сути Рину ни хрена теперь не сделает. Первые секунды боя. Так, 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 так. Сейчас попробуем аккуратно. Есть, кидаем Минотавра, а сюда кидаем Варжея. Сейчас пусть с него щит спадет. 136 тысяч. Вот щит спал, смотрим. 58, но это под бафом ворожая было. То есть, как видите, у него все-таки... Вот 35 прошло по башне. Это как раз ворожая его не бафнул. То есть 10 секунд, то есть у него пропадает его охренительный его талантик. Шапка снесла стычки. Жесть просто. И пропадают все иммуны. Для фарм локации это просто жесть. Вот смотрите, я где тестировал, смотрел. Сейчас мы зайдем. Давайте вцепим ему БВшку. Вот бог войны. Я уже дошел до шестых. Буду вам заливать по чуть-чуть их. Вот у нас есть тут душегуб и станящие башни. Смотрите. Раз, два, кидаю минуса. Он стоит в стане. Возможно, он сейчас там дойдет. А то, скорее всего, и не дойдет. Вот, самая основная у нас была проблема. Короче, он 30 секунд просто тупо простоял на башнях в седьмом гарнизоне и не ударил. Это была проблема у нас везде. Теперь смотрите, что делаем. Вот на восьмерку такой талантик словить однозначно первому надо Минотавру ставить. На кто битву гильдии ходит, будет его использовать однозначно с таким талантом. Идем опять сюда. Так, магию не взяли. И точно так же запускаем Минотавра. Раз, два, и Минотавр. Он пошел, ударил. Смотрите дальше. Его бьет душегуб. Он у него энергию не снял. У нас просто время закончилось. Урона много, а тут с одной тычки его сносят. Теперь смотрите, сейчас мы сделаем по-другому, чтобы нам времени хватило. Мы еще возьмем Купидона сюда. Запустим. Просто жесть, ребят. Да, конечно, я в шоке. Раз, два, Минотавр. Вот он раз ударил. 2, 3, 4, 5, 6. Купидончик. Мы опять по времени не успели. Ладно, попробуем сейчас оттянуть. Сделаем немножко по-другому. Вытащим на себя только душика. Он не должен нас с тычки слить. Вот так, где-то сюда кинем. Раз, два, три. Вот он, душегуб бьет, смотрите, сколько он бьет. Он не снимает энергию. Просто он ничего не может сделать. Так, еще разок. Делаем вот так. Раз. Кидаем Минотавра. Оттягиваем щит. Вот он ударил. Кидаем щит. Выжидаем. Вот он второй раз ударил. И только тогда его слили. То есть, по сути, у вас Минотавр, если у вас там есть ремочка, он ударит один раз и ударит потом заряженным от тыквы по-любому второй раз.
Мы это обязательно протестируем дальше в следующих подземках. Но это просто пипец. У вас получается Минотавр однозначно два раза теперь ударит. Да, дальше он там если ударит, выживет, то он ударит там без усиления. Но за два раза вам вполне хватит... Так, что там у нас? Вся магия есть? Есть. Вам вполне хватит, чтобы разнести все здания. То же самое будет на битве гильдий. Давайте так возьмем. Хранитель, тыква, Минотавр первый. Вот на Анубисе давайте потестируем сразу же Анубиса с этим талантиком. Он оживает. Вот смотрите, что будет. Вот включился он, сейчас 10 секунд. Все, выключился его талант. Урона он больше не нанесет. Много. Вот он появился опять. Вроде как бы сработал и пропал. Непонятно, он работает, не работает. Надо будет посмотреть. Ну, вроде, скорее всего, только один раз. Ладно. Для Анубиса это, в принципе, тоже кайфово. У вас он получается... Сейчас мы посмотрим на основе, чтобы не гадать уже, а точно знать. Так, снижает кулдаун 8 секунд. Вот наносит раз на 8 секунд, то есть он по-любому включится... 1-2 раза включится, и дополнительно он будет еще за 5 секунд еще будет бить. Там, по-моему, чаще. Сейчас мы проверим 100%, чтобы посмотреть, как часто он там бьет. Так, ну тут сейчас стрелок нам не даст ударить. Сейчас, чтобы быть уже 100% уверенным. Даже здесь со стрелком они издеваются. Так, вот есть, смотрим. Побежали. Ну, допустим, там ремка была, он включился. Сейчас он зарядится. Ну, у меня он с доспехом, так, раз. Так, не получится у нас протестировать, надо где-то поближе его высаживать. Так, раз ударил. Вот второй раз ударил. В общем, суть такова. Для Анубиса это тоже будет топовый талант. Он у вас за эти 10 секунд ударит пару раз. Если там будет тоже 90% атаки, он просто тупо посносит всех героев. Он просто не будет в стан входить. Это просто жесть. Также можно будет ему рунами поставить психощит, который тоже его спасет. Ну, не знаю, ребят, только Ара спасает, и то. То есть этот талантик будет реально кайфовый. Для Минотавра, для Анубиса, для всех ПВПшных героев, на которых у вас там стоит бас, либо БВшка, и вы их используете. В забытой битве будет охрененно смотреться. Так. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Пойдем сейчас на вот эту подземку с Минотавром затестим, чтобы получить разгон. Так, у нас немножко не тот Анубис. Хочу другого Анубиса поставить. В общем, это жесть.
Что не обнова, то, блядь, удивляют очень жестко, причем удивляют. Так, вот наш Анубис. Как не питомец, то талант. И ты не знаешь, что качать дальше. Вот тестируем. Без ускорялки. С Минотавра сразу. Так, раз он ударил. Блочим. Вот он два раза ударил уже. Три. Точнее, то Анубис. Ну вот смотрите, что делается. То есть фактически он по зданиям три раза это минимум ударит у вас. Это первое, это единичка просто. Я хочу сейчас посмотреть, сколько там жизни у зданий. Ну, половину снес. То есть, если его на восьмерку прокачаем, однозначно в подземках вы пройдете очень далеко. Поэтому не знаю. С одной стороны, это очень круто, с другой стороны, придется опять переролливать бога войны с Минотавра однозначно, потому что он ему нахрен не нужен. Теперь Минотавр там долго не живет, хватает 10 секунд, чтобы он сделал свое дело. Так вот, не знаю, пишите, бомбите в комменты, как вам такой талантик. Падает он точно так же, как и все последние, очень редко. Надеюсь, его добавят, как остальные таланты будут продавать, потому что ролить его, ну, смысла особо не вижу. Посмотрим, потрешу ему, у меня на основе там побольше коробок, может упадет, но мне там не падают последние таланты. Не знаю почему. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делайте репост этого видоса, это просто жесть. Все, всем пока.